Доброго времени суток. На канале BestSEO мы рассматриваем проект C-Token. Сейчас мы находимся на официальном сайте проекта shara-internet-data.io. Чем же интересен данный проект? В принципе, идея очень интересная и, так сказать, новая. Да? Команда проекта, которая, кстати, представлена на сайте, вот их прекрасные лица, каждого члена команды можно изучить и понять, что она подобрана таким образом, чтобы проект двигался вперед, приумножая стоимость токена и, соответственно, стоимость инвестиций членов команды, членов клуба Seed Token. Итак, о чем же этот проект? Данный проект создан для того, чтобы все, кто имеет смартфон, могли раздавать, соответственно, интернет и получать за это токен. Но как это работает? Смотрите, вы скачиваете приложение Seed, соответственно, и включаете его. Рядом какие-то либо пользователи с таким же приложением могут использовать ваш интернет, и, соответственно, вы будете получать за это токены и токены за просмотр рекламы. То есть не имея, то есть можно интернет, в принципе, получать бесплатно, достаточно лишь раздавать интернет и смотреть рекламу. Данный проект ориентирован на то, чтобы каждый житель нашей планеты имел доступ, имел минимальный дорогой доступ, не то что дорогой, а бесплатный доступ в интернет. Я думаю, этому проекту удастся совершить содеянное. Вот видим мы детали ICO, приватизацию. Стартовал 1 июля, токенов было выставлено на продажу 10 миллиардов 250 миллионов тысяч. Минимальная сумма инвестиций была 100 евро. Сейчас стоит обратить внимание на данный проект, изучить white paper, если останутся вопросы, задаем членам команды любым удобным, доступным для вас способом.